Большая Балашиха Лайф. Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил муниципальным образованиям Подмосковья ключи от 115 пассажирских автобусов повышенной комфортности, 10 из которых марки ЛиАЗ-529-260 пополнили автопарк филиала Мострансавто автоколонны 1377. Низкопольные автобусы – это новое техническое устройство для обеспечения доступной среды. Это пассажирский транспорт, предоставлен нашему муниципальному образованию и еще 13 муниципальным образованиям Подмосковья в соответствии с губернаторской программой «Наше Подмосковье». Обеспечение модернизации автобусного парка в Московской области. На каких маршрутах работают новые автобусы, нам рассказал директор автоколонны 1377 Владимир Денисов. В железнодорожном, в частности, значит, таких 5 машин работают из последней поставки, которые вручались там. Они работают, в частности, вот это на маршруте номер 10, маршрут номер 7, на 11 маршруте работают и на 33-м 2 машины работают. Вот эти 5 машин так работают. Подобного класса предприятия всего еще 22 машины. Автобусы работают и на других маршрутах Большой Балашихи. Директор автоколонны в ходе интервью отметил основные отличительные черты нового транспорта. Хорошая, красивая, комфортная машина. Водитель очень комфортно работает. Она оборудована навигационным оборудованием, система ГЛОНАСС. Она оборудована, вот видео подло, видите, по какому маршруту, температуру показывает, оборудован кондиционным оборудованием. Есть оборудование, оно, вот, так сказать, в средней двери мы можем увидеть, это механический, так называемый аппарель для того, чтобы обеспечить маломобильным группам население попасть в автобус. Владимир Денисов также напомнил, что в каждом автобусе можно приобрести карту «Стрелка». Она, знаете, предназначена для использования во всей Московской области, в любом городе с этой картой можно поехать. Она достаточно удобно, 28 рублей, и каждая 10-я поездка становится на 2 рубля дешевле. То есть в конечном итоге 51-я поездка будет стоить 18 рублей. Вера Безгина, Валерий Сахнов, Большая Балашиха. Большая Балашиха Лайф. Новости.